Итак, здравствуйте, с вами канал Limit Service. Сегодня на ремонте у меня наконечник Кава, повышающий наконечник Expertmatic E25L. В нем необходимо поменять роторную группу. Ссылочку на роторную группу я поставлю внизу под видео в описании. Так, значит, для того чтобы разобрать наконечник, нам необходимо вытащить головку. Здесь она фиксируется на двух шариках. Берем головку, хвостовик и тянем в разные стороны. Оп. Все, вот так она отщелкивается. Аккуратненько все это достается. Значит, для того, чтобы достать промежуточный вал, надо достать эти два шарика. Проворачиваю вал, держу шарики, чтобы они улетали. Все, вот они выпали. Все, дальше это все достается. Вот она, вторая пружинка выпала. Ничего страшного, все найдем. Так, вот у нас старая роторка, она перестала держать буры. Там стоит волнистая шайба. Все, наконечник в хорошем состоянии, все чистенько, видно, что за ним ухаживали, смазывали, так как полагается. Так, для очистки я использую такой вот спрей. Ссылочку на этот спрей, кстати, я тоже, наверное, поставлю в описании. Так, все необходимо тщательно вычистить, убрать остатки грязи. Вот вроде чисто, но вот немножко остается. Все, дополнительно еще продуваю это пистолетом, обычным, просто сжатым воздухом. Чтобы гарантированно не было там никаких волосинок, песчинок, мусоринок. Повышайки не любят грязь. Должно быть все идеально чисто. Визуально проверяем состояние подшипников на валу. Ну и, соответственно, перед сборкой необходимо смотреть состояние зубчатых колес. Чтобы не было отломанных, погнутых, деформированных каких-то тут. Так, есть. Все, берем новую роторку. Тут в комплекте у нас идет новая волнистая шайбочка. Ее лучше поставить новенькую. Все, ставим новую роторку, она должна ставиться очень легко, без усилия. Если есть усилия, надо смотреть, возможно, здесь есть где-то деформация. Все закручивается тоже очень легко. Собирается все это в обратном порядке. Пружинная шайба ставится со стороны вот этой лыски. Опять-таки проверяем легкость хода. Так. Для того, чтобы легко было поставить шарики, капельку масла сюда. Тогда шарики не будут выпадать. Есть.
вторую, ставим ее сюда на место. И теперь все это ставим на место наконечника. Все легко крутится, мягенько. Практически на этом можно сказать, что закончено. Единственное, что еще можно проверить, это насколько хорошо роторная группа держит бор. Берем измерительный прибор, смотрим. Ну, 4,5, почти 5 килограмм бор подвинулся. То есть усилие удержания где-то порядка 5 килограмм. Все, на этом сборка закончена. Еще раз ссылочки на запчасти поставлю под видео. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До свидания.